Так, ну что ж, ребятки, всем добрый день, доброе утро. И, наконец-то, случился мой переезд. Буквально вчера вечером я собрал все-все-все свои вещи, заехал за мной товарищ, и я уже целиком полностью переехал в квартиру. Вот спал я сегодня, провел сегодня первую ночь на вот таком вот матрасе надувном. Ну, вот, благо он у меня был. Кстати, этот матрас еще фиг знает, когда в каком-то там 17 или 18 году, когда я ездил по коллаборации с чаем Липтон на Драгобрат, и там у нас был такой конкурс, типа все блогеры должны были спускаться на перегонки с горы на матрасах. И я занял тогда второе место, вот, и на память себе забрал этот матрас, и вот он мне и пригодился. Из хороших новостей это то, что я переехал, это меня очень радует. Из плохих новостей это то, что рабочие ко мне придут выполнять работы только завтра, либо послезавтра, поэтому у меня сейчас в квартире нифига нету, ни воды, ни света, вообще ничего. Вот, поэтому я буду эти несколько дней в буквальном смысле слова выживать. И первая моя задача это пойти, конечно же, умыться, почистить зубы. Я думаю сейчас это сделать в лавине. Вот, у меня тут совсем рядом идти, у меня он прямо из окна виднеется. Вторая моя задача это что-то похавать. Вот, я думаю пойти, наверное, купить после того, как этот, там уже прям в лавине в сельпошечке, купить себе мясо и прям под дом себе в лес, вот, делать шашлыки. Вот, вещей, конечно, куча, тут так сумбурно. Этот ламинат использую как стол, вот, вот все мои вещи, раз, два, вот еще вот здесь вот. Вот тут еще и вещи какие-то поставлял. Вон, кстати, мои шампура, нужно их обязательно не забыть. И сейчас вам покажу мою маленькую гордость, свою коллекцию специально для таких походов на шашлыки. Вот. Есть из чего выбирать. Топорик я по-любому возьму. И думаю, сегодня возьму, наверное, вот этого приятеля. Он у меня относительно новый. Я его еще не юзал, заодно проверим, как он будет справляться с шашлычными делами. Вот. И, кстати говоря, вот в этой вот коробке, вот, вот эта коробка. Эта коробка полная сюрпризов. Там в этой коробке собрана вся моя жизнь, начиная от каких-то писем и подарков моих бывших, заканчивая там такими штуками, как настоящие боевые патроны времен Второй мировой войны. Могу вам сделать обзор на содержимое, она полностью доверха забита всякими приколами, поэтому, если хотите, могу вам сделать обзор содержимого этой коробочки. Если это видео наберет 500 лайков, и вы будете писать в комментариях, что вы хотите обзор, что находится там внутри, то я вам все покажу. Поверьте, там просто столько артефактов, что вы офигеете. Вот, ну что ж, нужно не тянуть кота за хвост, потому что день только начался. Я, кстати, проснулся от того, что соседи начали интенсивно сверлить еще с 8 утра. Вот, и это меня разбудило, поэтому... Я, кстати, лег вчера рано и проснулся рано, это очень офигенно. Поэтому в ближайшие дни у меня, наверное, будет сверхправильный график. То есть там отбой в 11 и пробуждение там в 7-8, как только начинают сверлить, ты уже... просыпаешься. Зашел я в уборную, вот, и это ответ всем спецам, которые мне рассказывали про какие-то дверцы, еще что-то. Вот, смотрите, все с сплошняком, и то же самое происходит в 95% туалет. Только лишь в одном туалете у одних людей я видел сверху дверцы, и это так по-тупому смотрится, максимально хреново. И теперь главное, тем, кто писал про вот это вот, каким образом через вот эту вот дверцу вы будете менять, если что-то поломается в механизме. То есть, да, вот это вот снимается. И здесь максимум пролазит рука. Каким образом вы одной рукой будете делать какие-то замены? То есть, я понимаю, что это все пишется только лишь ради того, чтобы показать, какой я дурак, какие вы суперумные, написать такие слова, как СССР, колхозник и так далее. Но по факту вы же сами просто дурачки, которые ничего не понимают в этом абсолютно. Поэтому... вот вам мой ответ по поводу унитаза и туалета.
умылся, подмылся, зубы почистил, в туалет сходил, все сделал. Теперь небольшой пит-стопчик на зарядочку. Для того, чтобы у меня была возможность всегда оставаться на связи, снимать вам видео дальше. Благо, на айфоне есть скоростная зарядка. Быстро это блочок от Мака. И буквально там в течение 20, максимум 30 минут полностью телефон заряжается. Поэтому пока подожду, пока он немножко заряжается. Потом в магазин за мясом и в лес. Так, ну что ж, ребятки, процесс пошел. Шашлык нанизан. И планомерно жарится. Я вам скажу, есть, конечно, в этом своя романтика. В таких пару днях, как я буду, планирую проводить, потому что реально это отдых на природе. Такие выход из зоны комфорта. Я сейчас по минимуму сижу в интернете, потому что дома нет Wi-Fi, 4G заканчивается довольно быстро, если залипать на видосы. Вот, поэтому я максимально много провожу времени на улице. Вот таким вот занимаюсь. И пока что мне это нравится. Сегодня у меня первый день. Посмотрим, как оно будет дальше идти, как я последующие пару дней продержусь. Сейчас дожарятся шашлычки, покажу, что у меня получилось. Ну что, спецы, а ну-ка, напишите в комментариях, готов ли у меня шашлык. Вот, я считаю, что он более чем готов. Это просто шедевр. Так, ну что ж, друзья, вот такая вот поляна у меня получилась. Максимально классический, зожевский. У меня получается прием пищи, мясо, овощи и на сладенькое потом у меня клубничка. Запью это все минеральной водой. Ух, все, кстати, довольно-таки быстро. Дрова быстренько чух-чух я нашел, все сделал. Так что всем приятного аппетита. Я планирую, кстати, тут сидеть до вечера. Я вот это вот все пожру, а потом пойду исследовать лес. Вот какие-то такие дела. Я вам скажу, это просто божественно. Реально мясо получилось офигенное, нежное, не пересушенное. Просто отлично. Перфекто. После своего сверхплотного приема пищи решил я пройтись немножко по лесу, изучить его. И он пипец какой огромный. Я тут хожу вокруг да около по каким-то опушкам, и все равно очень густо, дофига леса. Это меня очень радует. Воздух чистейший. Вот, поэтому я сейчас гуливаю все то, что наел. Мясо, овощи, фрукты. Вот, и мой сегодняшний день вообще меня радует. Я просто не то, что в восторге, но я хоть чувствую какие-то летние дни, потому что вот эти поездки в центр, там еще что-то, тусовки какие-то, они мне уже просто вот здесь сидят. Вот такого мне как раз и не хватало, поэтому я получил то, что хотел. Ну, а завтра новый день, новые испытания, новые задания. Завтра мне нужно будет найти... Кому бы сходить в душ помыться, потому что после сегодня мыться точно надо. Вот, поэтому завтра моя задача пойти в душ и наверное, постирать кое-какие вещи. Вот такие вот дела. Поэтому иду сейчас домой, буду монтировать вам видео. Вот, и ждать, наконец-то, когда уже придут рабочие, когда начнут мне делать канализацию, свет. Это вот должно уже произойти совсем скоро. Поэтому оставайтесь на связи. Спасибо всем, кто смотрел. Спасибо за ваши комментарии, лайки. Все читаю, всех люблю. Пока-пока.